Всем привет, друзья, с вами Яковлев2001, и, как видите, это новый 36-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, сегодня будет большим выпуском, поскольку у меня... я сделал много обновлений. Первое обновление, как вы видите, я, поставил мод на то, чтобы можно было изменить шрифт Майнкрафта. Так, туда загляну, настройки. Вот. Приложение называется Better Fonts. Очень полезная вещь, знаете ли. Вся фишка в том, что можно изменить на этот размер текста и шрифт. И как видите, здесь шрифт, который установил, это Minecraft Rus Regular. В общем, вот такие вот обновления, первое. Так, второе обновление, это в том, что я, поставил еще, скопировал еще несколько домов, типа свечки поставил. Несколько свечек, то есть пару свечек, девятиэтажки скопировал и... Скопированные поставил девятиэтажечки и... И еще несколько других каких-нибудь зданий. А еще я значительно увеличивал там в районе магазина Монетка и в районе телецентра на перекрестке проспект Сашиновского и Днепровского проспекта. И да, друзья, у нас еще одно здание, которое сдается в аренду. Но уже другое. Сейчас покажу. Сейчас поставлю утро и покажу. Вот. Вот оно, вот это здание, вон без окон, дверей, без лестницы тоже. Такое двухэтажное здание по адресу Днепровский проспект, дом 10. Кстати, уже освежил хотя бы нумерацию. Так. Все нормально здесь вот. Более вот здесь вот понастоял тут скопированных жилых домов. И да, друзья, что хотел сказать, пишите в комментариях, что построить в этом двухэтажном жилом здании. Тем более я в группу про Яковлевскую область отправила такое сообщение, ссылочка на группу будет в описании. Ну, давайте не будем затягивать саму резину и давайте начнем с... третьего обновления. Это у нас магазин DNS Технопоинт и аптека Живика. Аптека Живика самая первая аптека, которая начала работать в Яковлевске. Так, вот касса-склад. Тем более 8 касс, и дальше у нас витрина с лекарствами. Так больше ничего особенного. Еще вот такая лестница из красных плит. И снова витрина. Дальше у нас такой магазин DNS Технопоинт. Здесь у нас такая большая единая открытый. И тоже витрины. Больше ничего особенного. Да. Так, смотрим вот. Кстати, вот здесь росло тем более перерос так, что он почти чуть ли не слился вместе с этим домиком, который пустой весь. Так, это кто здесь налоги не платит? Давай плати налоги. Вот смотрите, как вырезал вот здесь вот. Одного дуба, тем более. Здесь вот почти дом. Тем более несколько блоков там. Блоки дуба немного в другую сторону поставлены. А вот это от вот этого почти ничего. Только крыша срезана. Ну, могу там исправить. Не-не-не-не-не, вот так.
Ты КМК. Вот, все. Let's build. И четвертое обновление — это у нас магазин Dixie. И да, снова тот же первый магазин, магазин, который начал работать. Помимо того же Суартаковского, который показывал в 16-17 выпусках про город Майнкрафте. Так, ну, дождь, ну, ничего особенного, есть только вот такая подсветка с буковкой D. Кстати, буковка D обозначает Dixie, магазин Dixie. Полочки с товарами, боксы с замороженными продуктами, триказы и добрый столь, то есть, типа, алкоголь, типа, водка, пиво, все такое. Таскать только водку, пиво. Вот. Вот так вот. Опять Wade's Build. Ну и вот такой вот небольшой склад, как во всех обычных магазинах, которые я строю. Ну вот такие обычные, такие вот небольшие склады. Ну тут ничего особенного, здесь только сундуки. Ну и думаю, что в принципе это уже все, хотя надо будет осмотреть что-то. А, хотя не-не-не, все в порядке, я просто там девятиэтажку скопировал, свечку скопировал. Еще какое-то здание, которое не помню. Не помню какое. Ну, это уж точно не пятиэтажка, которая вот такая. Хотя нет, все нормально, там еще одна девятиэтажка. Считайте, что у меня все в порядке. Ну что же, давайте прощаться с вами. Спасибо за спасибо, что посмотрели этот выпуск. Подписывайтесь на мой каналчик, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите идеи мне. В общем, что еще построить? И да, не забудьте. Забудьте про здание, которое я сдал в аренду по адресу Небровский проспект, дом 10. Если что, ссылочка на группу в описании. Не стесняйтесь даже написать мне в личку, чтобы что-нибудь там построить. Ну и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр и всем пока.